Хе-хе, всем привет! Вот неделя пролетела, дичь недели прилетела, наступила дичь недели. Будем видосик сейчас записывать на дичь недели. Это же какой-то супер-пупер видосик будет сейчас. Это же у нас карта. Первая карта на дичь недели. Вот неделя пролетела. Да, вот неделя пролетела, дичь неделя прилетела. Вот, ну что, что, ребят, усаживайтесь поудобнее. Сейчас будем пупкинсы давить. И поехали. Так, поехали дальше. Поехали, будем смотреть, что у нас тут на этой самой дичь недели. Ребят, ну это на самом деле, это реально дичь. Это просто, это что-то с чем-то. Я даже не знаю, как это назвать. Везде растут какие-то тыквы, кругом тыквы, я не знаю, не то кто-то здесь курнул, не то кто-то перекурил, не то кто-то не допил, либо перепил. В противном случае, это просто что-то с чем-то. О, мама родная, какого хрена тут столько грязи? Нам нужна заправка, и где же ее найти? Уау! О, чуть это, не разбил свой автомобиль. Это же супер-пупер автомобиль, где-то я его нашел, подобрал, и сказали, вот этот автомобиль самое оно вообще для этой карты. Ну, чисто так обкатать, не знаю, как насчет пройти, я не знаю, на чем эту карту можно проходить. Потому что это дичь, ребят, это реально дичь. Здесь вот такая вот грязь даже присутствует, вот ни с того ни с сего, она вот взяла, тут появилась, просто взяла. Появилась тут грязь, это какая-то полоса препятствий, а не карта. Не знаю, зачем ее вообще сделали, зачем ее вообще пытались сделать, это для чего она вообще нужна, скажите мне, пожалуйста. Почему тыквы растут на дороге? Это же сколько надо было здесь не ездить, чтобы вымахали такие вот тыквы здесь. Это же жесть, это просто трэш, это какой-то ужас. Нельзя такие вещи делать, это же вредно для здоровья. О, тыквы закончились, можно и притопить. Так, давайте так выжимаем все, что можно из этого автомобиля. Автомобиль тоже, кстати, дичайший. Получает дамаг с нихрена, просто ни за что. Что это такое? Слушайте, ну это на самом деле, это не карта, это полигон какой-то, я не знаю. Ну, по результатам голосования это дичь недели. Ребят, это дичь недели, три карты было на выбор. И вот, собственно говоря, прилетела дичь недели вот именно вот это. Я не знаю, почему ее выбрали, почему, за что и почему. Но как-то вот так вот, кругом растут пупкинсы, может быть, оно действительно и весело. Они давятся у нас под колесами, они у нас ломаются, они у нас жалко, их поесть еще нельзя. Так, нам надо поехать как-то на заправку. Ребят, топливо заканчивается. Ограничение, благо, этого автомобиля очень большое. Мы можем с вами ехать куда угодно еще, или что угодно делать, валить деревья, или еще чего хуже. О, здесь даже можно вот так вот проехать, зашибись. То есть вообще газ пол, что называется, и мы едем, ничего при этом абсолютно не теряя. Так, вон там, смотрите, у нас ориентир показывается вон туда. О, давайте, может быть, попадем как-нибудь с вами на заправку. А смотрите, здесь у нас сделана антикачунская грязюка. Это что-то с чем-то, это ужас. Это трэш, ребята, я такого жизни не видел уже давно. На самом деле, это ужас, это нереально, просто это надо отсюда выгнаться, потому что в противном случае мы никуда с вами не приедем, мы так и будем здесь стоять на этом месте. А мне уже хочется, честно говоря, приехать и как-то закончить, что ли, вот этот обзор, потому что, честно говоря, мне прям вот... ну так вот, мне уже прям плохо совсем. Вот, ну я не знаю, ну... Это же дичь, да, поэтому мы немножечко должны терпеть. Собственно говоря, задумка-то она такая, попроехаться по карте, по этой самой дичайшей, и, собственно говоря, выявить что-то дичного, а что-то не дичного. Ну, пока что я вижу только дичь, и ничего хорошего я здесь пока что еще не встречал. Опять начинаются у нас пупкинсы, давайте пупкинсы мы с вами объедем, и, собственно говоря, проедем по более ровной дороге, благо здесь никто грязь ни на какую, ни на какую не кидал. Вот, и мы вот таким вот волшебным образом попадаем, ух, в грязь. Мама родная, да что ж такое-то? Смотрите, это какой-то трэш, реально трэш, это какой-то ужас во мраке ночи, кричащий в ночи, или кто он там. Помните, это черный прыщ или плащ, кто он там был-то? Это реально трэш, ребят, это реально что-то с чем-то это было сделано. Вау, смотрите, у нас вот такая волшебная водичка в воздухе висит. Вау, это же вообще супер-пупер карта, блин, наверное, все ее мечтают пройти. Ребят, если что, ссылочку под видео я, безусловно, оставлю, так что вы не проходите мимо. И, собственно говоря, проходите эту карту обязательно, поделитесь со всеми возможными ссылками. Так, у меня точно вообще ориентир стоит на заправку? Ой, какой кошмар, это же трэш, ребят, я даже, можно сказать, карту еще даже не проехал, да, а у меня отвращение к ней уже просто по самой печенке. Печенки, не печенки, но отвращение у меня присутствует к этой карте, это 100%. О, здесь опять грязь, то какой кошмар, блин, ну это реально кошмар, это не карта, ребят, это что-то с чем-то было сделано, с чем-то под чем-то, либо не знаю с чем. Вода висит у нас здесь волшебным образом в воздухе, зараза, что ты в воздухе висишь, падла, почему ты в воздухе висишь, зачем, почему, я падаю, нет, я не падаю, но я засунулся в грязь. Это трэш, это реально ужас. Так, давайте вот так вот по обрамочке, по краюшку. Ой, какой кошмар тут творится. Это же, блин, я опять застреваю. Вытащите меня отсюда. Так, давай, выезжай. У нас топлива 159 литров осталось, это же очень мало. Блин, это же насколько надо быть криворуким, чтобы сделать такую такую нехорошую карту. Это же просто, это тихий ужас. Блин, ехай, я уже не могу просто, давайте быстрее, это уже все проедем. Я не знаю, как избавиться от этого всего, только что меня здесь окружает. Это просто, я не знаю, это... Ой, кошмар какой-то. Что за кошмар, кто это так делает? Тут это же это, я не знаю, блин, почему это дичь недели? Почему это не просто обзор? Я бы это все дело так бы обосрал. Ну что, невозможно, прямо это уже. Ну вот, ну ладно, это дичь недели, поэтому у нас здесь все шуткой, прибауткой. У нас все весело, у нас все прекрасно, у нас все замечательно. Мы едем и просто тащимся от всего происходящего. Только ничего хорошего тут что-то как-то не вижу я. Да покажите мне что-нибудь хорошее на этой карте. Боже ты мой, сколько можно издеваться-то? Это же ужас какой-то, это кошмар же. Нельзя же делать такие карты, ну как кто так делает? Это же предел криворукости какой-то. Я почему-то заезжаю, опять сейчас валюсь, а нахрен здесь вообще уже все завали, сейчас упаду. Я не знаю, что делать, ребят, мне нужна заправка. Мне уже реально, мне нужно, я не знаю, мне нужно обезболивающее, мне нужно что-нибудь такое, приводящее вообще меня в чувство. И еще подряд мне нужно, но я не знаю, где это взять. Потому что на этой карте нет ни хрена.
Ни хрена на этой карте нет позитивного, все галимо, все плохо. Нет ничего здесь, давайте мы попробуем доехать до точки разведки, может быть она нам поможет вместо анальдина или что-нибудь еще, может быть хоть какой-то позитивный момент. О, здесь даже березки он вручную высаживал, зараза. Нахрена ты это делал, если это не поможет? Ты хоть березки, хоть чего-то здесь посади, похрену. Это не изменит ситуацию, а карта от этого лучше не станет по-любому. Я не знаю, нахрена это все надо было делать вообще, вот эту всю карту, зачем надо было делать? Зачем этому человеку кто-то дал редактор? Мама родная, у меня машина утонула почти уже. Мы проехали. Спасибо, машина, ты проехала. Потому что если бы ты не проехала, я бы уже закруглился бы. Нет, надо было тогда вообще. Реально, чтобы ты не проехала. Зачем ты проехала? Надо было там застрять, и все, и мы бы на этом закруглились. Нет, ты, зараза, едешь везде и всюду. Блин. Ой, кошмар. Опять пупкинсы. Пупкинсы кругом, пупкинсы. Слушайте, но у меня после этой дичи недели, которая прилетела спустя неделю, это будет что-то с чем-то. Я буду долго очень рыдать в подушку, кердеть в пердушку и так далее. Там потом. Ну это нереально, это просто кошмар, это ужас во мраке ночи. Сами понимаете, что ужасы во мраке ночи, они куда страшнее, чем ужасы во мраке дня. Ужасы во мраке дня. Ну да ладно. Вот, кругом пупкинсы, ребят, кругом абсолютно, их они везде, понимаете, они вот будут преследовать всю дорогу, развесит уже наконец-то, чтобы я уже закончил этот обзор. Я не хочу уже здесь ездить, это издевательство надо мной, над всем, надо мной, над машиной, над всем. Это же просто, это кошмар, это так нельзя строить, кто так строит, блин, это вот, вы что, издеваетесь, что ли, тут над всеми? Это что за поляна? Где грибы? Почему здесь пупкинсов нет? Ни грибов, ни пупкинсов, ничего тут нет. Ой, куда меня черт понес? Ну, зачем вот эти ямы? Ой, я чуть на дерево не залез, ну, неудивительно, в принципе. Езди по такой карте, тут куда хочешь залезешь. Вау, бревна летают, ёб твою мать. Вот чего-чего, а то вот этого я здесь еще не ожидал увидеть. Поехали, мы куда-то уже с вами поехали, я не знаю зачем, правда. Нету, грязи нету, смотрите, грязи нету в лесу, ни хрена себе нам подвезло как. Вау, давай, газуй, ё-моё. О, здесь у нас тоже начинается какая-то волшебная дорога, смотрите, тоже пупкинсы. Ай, блин, ну это уже песчаная дорога, или грязевая дорога, я не знаю, как это назвать, но это реально жесть. Это реально, это сколько уж можно тут ездить по этой карте, я уже устал, честно говоря, я уже устал говорить, я устал рулить, я устал все делать, но тыква в воздухе висит. Зараза, ты что тут делаешь? А это я ее, наверное, сюда повесил. Ну тогда ладно. Блин, это же когда же это все закончится уже, наконец-то бы закруглиться, бы. Ну что же это такое? Это же нереально же просто так ездить. Это же, ну, я не знаю, ребята, это предел криворукости. Может быть, конечно, вы видели что-то более предельно криворукое, но как для меня, это просто жесть. Это просто жесть. Давайте поедем через лес, посмотрим, а вдруг мы что-нибудь с вами здесь найдем хорошего или плохого. Я не знаю. Нет, ничего хорошего и неплохого здесь не найдем. Мы встретим здесь с вами грязь, и никуда мы с вами не приедем. На этом я закругляюсь. Всем спасибо, всем пока.